Давай мы закончим нашу дискуссию. Я при всех, при всей аудитории нашей передачи, при всех зрителях Первого канала нашей студии, я тебе сообщаю. Митя, оно все-таки черно-синее. Нет, Ваня, оно бело-золотое. Не все смеются, я сейчас объясню. Для тех, кто не понимает, несколько дней назад в интернете появилась фотография, которая разделила мир буквально на два лагеря. Значит, на этой фотографии девушка сфотографировала платье на какой-то свадьбе. И вот, собственно, эта фотография. И, значит, половина людей во всем мире, включая самых известных, там, Ким Кардашьян, Тейлор Свифт и прочие-прочие, значит, половина людей видит это платье бело-золотым, вторая половина видит его черно-синим. Мы решили провести сейчас эксперимент, узнать, каким это платье видят зрители в нашем зале. Я прошу вас сейчас, посмотрите, уважаемые зрители, на это платье и скажите, какого оно цвета. 3, 4! Понимаешь? Так то, что вот черным. Ты понимаешь, что для огромного количества людей дом правительства России выглядит вот так? Покажите. А я, Вань, хочу тебе сказать, что вот коммунисты заявили, что это платье точно красно-красное. Спасибо огромное. Коммунисты, да? Да, они богом клялись. Красно-красное. Да. Что, ну раз уж ты про коммунистов знаешь, что говорили нудисты? Они говорили, нет платья. Нет платья, правильно.